В столице Италии десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста против проводимой правительством политики жесткой экономии. Манифестация, прошедшая под лозунгом «Прежде всего работа», была организована крупнейшим в стране профсоюзом, руководство которого выступает с резкой критикой действий премьер-министра страны Марио Монти. Политика строгости и аскетизма, которая строится только на бухгалтерских счетах и урезании бюджета, не только не удалась, но стала главным виновником трудностей нашей страны. На площади в центре Рима собрались представители разных профессий, а также пенсионеры, по которым тоже сильно ударил экономический кризис. Премьер-министр Монти погубил нас. В этом месяце я получил пенсию всего в 800 евро. Это позор. Пусть отбирают деньги у сенаторов и министров, а не у нас. Мы всего лишь бедные пенсионеры. Марио Монти проводит политику сокращения госрасходов. Он заявляет, что позитивные сдвиги уже близки, но все больше людей выражают сомнения в эффективности принимаемых мер. На 14 ноября в Италии и ряде других европейских стран намечены новые манифестации.